программа «День с толком». В студии Елена Макаренко. Здравствуйте. Смотрите в этом выпуске. Наехал на двоих и оказался в кювете. В Бийске пассажирский автобус въехал в остановку с людьми. Подлетела вверх и ушла под воду. В Барнауле из-за коммунальной аварии машина провалилась под землю. Для оценки звездности и повышения качества отдыха. В Белокурихе Комитет Госдумы по туризму обсудил новые подходы в развитии инвестпроектов. Начнем выпуск с чрезвычайного происшествия в Бийске. Сегодня там автобус въехал в остановку и сбил двух человек. Они сейчас в тяжелом состоянии. Происшествие случилось в 8:30 утра на улице Кожзаводской. По данным автоинспекции Бийска, 49-летний водитель грузового авто «Хина 500», не выбрав безопасную скорость, столкнулся с автобусом «ПАС», который двигался по маршруту общественного транспорта. После столкновения автобус въехал в остановку общественного транспорта и съехал в кювет. На момент происшествия в автобусе «ПАС» находилось 5 пассажиров. Они не пострадали. В результате наезда на остановочный павильон 2 человека госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Состояние пострадавших 17-летней девушки и мужчины тяжелое. Врачи делают все возможное для их спасения. Полиция проводит проверку, устанавливая причины и обстоятельства ЧП. Девушка попала под колеса локомотива. Инцидент произошел между железнодорожными станциями Чемровка и Бийск. В момент происшествия пострадавшая была в наушниках. Несмотря на многочисленные травмы, девушка выжила. Однако подробностей о ее состоянии пока нет. В общей сложности в крае с начала года под поезд попали 11 человек. Что касается происшествий на воде, то во время сильной жары, которая длилась в регионе 8 дней подряд, их случилось порядка 10. Погибло 5 взрослых и 3 детей в открытых водоемах, и один ребенок пострадал в одном из открытых барнаульских бассейнов. Добавим, к официальному открытию готовят барнаульский пляж. Предварительная дата начала его работы – 5 июля. И вот еще одно происшествие, связанное с водой, но на этот раз коммунальное, произошло буквально несколько часов назад в Барнауле. Как утверждают очевидцы, фонтан кипятка буквально утянул под землю припаркованный автомобиль. Судя по камерам наблюдения и утверждениям очевидцев, фонтан кипятка буквально за считанные секунды начал утягивать под землю автомобиль, припаркованный на улице Попова 208. Остальные машины не пострадали. И вновь подорожание. С 1 июля в России в очередной раз вырастут тарифы на услуги ЖКХ. Подорожает выезд за границу, станут дороже и алкогольные напитки. Подробнее об этих и других новшествах второго летнего месяца в нашем сюжете. Тарифы на услуги ЖКХ вырастут в России настолько масштабно впервые за 2 года. По данным Минэкономразвития, в среднем плата увеличится на 500 рублей. При этом каждый регион установит размер тарифа самостоятельно с учетом среднего индекса от Кабмина. По данным Управления Алтайского края, по регулированию цен средний тариф на электроэнергию увеличится на 39 копеек за киловатт, на питьевую воду почти на 4 рубля, на тепловую энергию, кроме Барнаула, Бийска и Рубцовска, на 185 рублей. Есть один плюс. Без банковской комиссии услуги ЖКХ теперь будут оплачивать многодетные родители, пенсионеры, инвалиды, ветераны боевых действий, члены семей погибших инвалидов войны и участников Великой Отечественной. Льготные ипотеки с низкой ставкой, которая действовала с 2020 года, с июля больше не будет. Это была самая массовая программа, участвовать в которой можно было независимо от возраста, семейного положения, профессии и места проживания. Ставка по ней составляла 8%. Стоит отметить, что сохранится семейная ипотека, IT-ипотека и другие. За границей для россиян станет еще дороже. С июля госпошлина на выдачу загранпаспорта нового поколения составит 6 тысяч рублей вместо 5. Для детей и подростков до 14 лет пошлина на этот же паспорт вырастет до 3 тысяч вместо 2,5. Подорожает и крепкий алкоголь. Речь о напитках с содержанием спирта свыше 28%. К примеру, минимальная цена на водку вырастет с 281 до 299 рублей за пол-литра. На коньяк с 517 до 556 рублей. На бренди с 375 до 403 рублей. Татьяна Голубева, «День с толком».
Полигон бытовых отходов почти сутки полыхает возле камня Наби. Пожарные долгое время не могли подъехать к месту ЧП. Полигон отходов горит между камнем Наби и селом Караси. Как пояснили в МЧС, открытое горение началось на свалке вечером 30 июня. В течение ночи спасатели поливали водой кромку полигона вдоль трассы, чтобы предотвратить переход огня на населенные пункты и прочие объекты. В настоящее время пожар продолжается. Силами МЧС его ликвидировать не будут, пояснили в ведомстве. Эту работу обязано организовать хозяйствующее здесь лицо. Наших коллег заверили, что пожар начнут тушить в ближайшие часы с помощью трактора путем уплотнения отходов. Добавим, по информации синоптиков, с 1 по 4 июля в крае сохраняется высокая и чрезвычайная пожароопасность. Сегодня в Барнауле перекрыли проспект Красноармейский. Движение по нему будет закрыто по 15 августа. Причина – замена коммуникаций под дорожным полотном. Здесь модернизируют канализационный коллектор, а также проведут реконструкцию ливневок и тепловых сетей. С сегодняшнего дня уже невозможно проехать по участку Красноармейского проспекта от Папанинцев до Песчаной в сторону площади Спартака. Для общественного транспорта организовали движение по четной стороне проспекта. А с 5 августа начнутся работы на другой стороне Красноармейского. Движение тоже перенесут. Иначе будут ходить и трамваи 1, 4 и 7 маршрутов. В конце июля коммунальщики демонтируют пути, чтобы поменять сети и под ними. Когда завершат работы на Красноармейском, рабочие перейдут на проспект Ленина. Работы планируются на пересечении с Партизанской. Здесь коммунальные сети тоже нужно ремонтировать в срочном порядке. Дело известного барнаульского перевозчика о даче взятки бывшему вице-мэру краевой столицы передали в суд. Скамью подсудимых вместе с Антоном Шеломенцевым разделит предприниматель Олег Бесчастный. Напомним, в 2020 году бизнесмен Олег Бесчастный с помощью посредника передал 2 миллиона рублей руководителю комитета по дорожному хозяйству Барнаула Антону Шеломенцеву. Деньги полагались за лояльное отношение к определенным транспортным предприятиям, а также победу в конкурсах на обслуживание маршрутов общественного транспорта. Преступление выявили сотрудники управления ФСБ. В настоящее время дело Бесчастного направлено в суд. Судом на имущество обвиняемого, в том числе 3 легковых автомобиля и 16 автобусов, наложен арест на общую сумму более 52 миллионов рублей. Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Максимальное наказание, которое может грозить пассажироперевозчику по данному уголовному делу – лишение свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом в размере до 70-кратной суммы взятки, а также лишение права занимать определенные должности на срок до 10 лет. Добавим, экс-замглавы Барнаула Антона Шеломенцева задержали в январе этого года. По нему еще продолжается предварительное следствие. Сегодня день ветеранов боевых действий, а накануне в честь этого события в Барнауле на стадионе поселка Южный провели масштабный спортивный праздник, в котором приняли участие больше полусотни ветеранов афганской войны, чеченских военных кампаний, а также специальной военной операции. Подробности в сюжете. Видел афган, старший брат прошел с Вагнером, Сирию цар, и уткнувшись в ладошки, заплакала мать, когда младший решил Украину спасать. Их братство становится все больше, их дружба крепче. А вместе эти мужчины – ветераны боевых действий Афганистана, Чечни, а теперь специальные военные операции. Лапта, городки, футбол, в спортивной программе даже сдача норм ГТО. Причем и для тех, кто после участия в боевых действиях остался инвалидом. В свои 40, а то и больше, они сдают нормы на золотой значок. По крайней мере, двоим такой значок будет точно вручен. Это, конечно, сложно. Вот сегодня с нарушением верхних конечностей, и он сегодня 600 метров, которые должен в обязательном порядке сдать, он выполнил даже лучше. Если, например, на золотой знак надо 5:50, 5 минут 50 секунд, он сделал 5:07. Это настоящий пример для других, особенно для молодежи, отмечают участники СВО. Многие пришли просто поддержать своих, находясь дома в отпуске. Кто был там, как бы, один раз, два раза, неважно, даже один раз, если был там, то есть ты начинаешь смотреть на жизнь по-другому, ценить людей. И, соответственно, дружбу ценишь абсолютно все. И как-то ближе к людям начинаешь. Еще ближе, как выразиться правильно, даже не знаю. То есть поэтому мы и здесь, и там, все вместе, дружно.
Выступления юных кинологов, настоящая полевая кухня и футбол. Подобные соревнования первые, но далеко не последние, уверены организаторы. Каждый год, я думаю, что это будет правильная идея, чтобы собираться так, потому что в ближайшее, я надеюсь, время много ребят вернется оттуда, и наши ряды пополнятся, и будет уже не 50, наверное, а 500 уже человек будет. Нам очень важно встречаться, потому что мы стали такими родными людьми. И, пожалуй, еще одна важная задача этой спортивной встречи. Скрывать это никто не собирается. Воспитание духа патриотизма в молодом поколении, как бы это пафосно ни звучало. Татьяна Голубева, Елена Макаренко, Дмитрий Денисов. День с толком. В ближайшие годы в России запустят единый реестр классифицированных объектов, гостиниц и иных мест размещения. Это поможет вывести турсферу из серой зоны, объективно оценить звездность отелей и повысить уровень качества для отдыхающих. Нововведения, призванные навести порядок в отрасли, обсуждали на выездном заседании Комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры. Оно прошло в минувшие выходные в Белокурихе Горной. Далее смотрите подробнее. В следующий раз приеду сюда не работать, приеду сюда отдыхать. После двух дней поездок по туристическим местам Сангаджи Тарбаев, председатель комитета по туризму Госдумы, обещал вернуться. Будучи на Алтае впервые, политик оценил разнообразие природы. Когда ты приезжаешь, ты понимаешь концепцию примерно этой территории, там степь, лес, там горы. Но здесь каждый раз тебя что ждет что-то новое. Развитие инвестпроектов в турсфере России выходные обсуждали в Алтайском крае, регионе, чей туристический потенциал ежегодно растет. В 2023-м субъект посетило 2 миллиона 300 тысяч туристов. Лидер по темпам развития и числу отдыхающих – Белокуриха, где находится 17 курортов и единовременно может расположиться 5 тысяч человек. При растущем спросе на внутренний туризм гостиницы, базы, кемпинги необходимо классифицировать. В стране готовят к вводу единый реестр место размещения и отдыха. Для того, чтобы, во-первых, мы вывели из, серой зоны места размещения, чтобы люди, которые являются клиентами, чтобы они понимали, что там, где они размещаются, это место является, прошло все проверки безопасности и всего остального. Плюс на те средства коллективного размещения, которые находятся в реестре, будет распространяться государственная поддержка. Переходный период, правда, может быть непростым. Так, в профильном комитете АКЗС предлагают увеличить его сроки. На оценку всех объектов элементарно может не хватить специалистов по аккредитации. Предусмотреть переходный период, срок до сентября 2026 года, для возможности получения дополнительного профессионального образования в области классификации гостиниц. Необходимо смягчение требований, необходимость наличия в штате по основному месту работы не менее 5 специалистов по классификации. А еще ввести систему самооценки для собственников категории «без звезд» для упрощения процедуры. Также на заседании обсудили роль малого и среднего бизнеса в развитии туробъектов. Алтай в этом плане – рекордсмен. 90% примерно сегодня участников этой отрасли или сферы деятельности сегодня это субъекты малого и среднего предпринимательства. В стране их доля ниже, почти 70%. Для них создают особые условия – зонтичные поручительства, когда нет или не хватает залога. По словам экспертов, МСП лежит в основе большого туризма. В составе таких комплексов всегда существуют магазины различные, прокатное оборудование, инвентаря, точки питания общественного, спа, банные комплексы. К примеру, в Белокурихе Горной 70% инфраструктуры, которую создают сейчас, возьмут на себя МСП. На заседании отметили, малый и средний бизнес готов рисковать и заходить в особые экономические зоны, и это сильно поддерживает туробъекты. Однако в Минэкономразвитии уверены, что вместе с инфраструктурой нужно создавать и сами места притяжения туристов. Мы можем сколько угодно оказывать меры поддержки, предлагать льготные кредиты, если в том месте, о котором мы говорим, нет туристического потока, там ничего не будет развиваться. А создавать новые точки притяжения будут помогать дополнительные средства. В 2025 году в Госдуме планируют продлить курортный сбор и в целом отдать его ввод на усмотрение региональных властей. Так как за время эксперимента Краснодарский, Ставропольский и Алтайский край собрали около 1,5 миллиарда рублей. Все эти деньги пошли в бюджеты муниципалитетов. Елена Кузовкина, Анастасия Дороган, Алексей Фризин. День с толком.
В их деле главное не прибыль, а помощь окружающим. В Барнауле прошел краевой фестиваль социальных предпринимателей «Лучше всех». В парке «Центральный» почти три десятка компаний устроили для горожан праздник, чтобы в таком формате рассказать о своей работе. Мастер-классы, викторины, шоу иллюзий, творческие номера здесь сочетались, например, с консультациями по оздоровлению детей, организации летнего отдыха, воспитанию. Главная цель социального бизнеса – помощь обществу. Среди клиентов таких компаний – дети, пенсионеры, люди с ограниченными возможностями здоровья, пациенты, перенесшие серьезные заболевания, те, кому в нашем мире нужно чуть больше внимания, чем остальным. Социальным бизнесом на Алтае сегодня занимаются почти 140 компаний, и их число растет с каждым годом. Такой бизнес может рассчитывать на дополнительную поддержку государства по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы. Этот фестиваль тоже часть нацпроекта. Центр «Мой бизнес» проводит его уже в третий раз. Ключевым событием фестиваля можно назвать награждение лучших. В течение трех недель в социальных сетях шло голосование. 25 компаний-претендентов боролись за голоса своих клиентов. Заслуженные награды получили те, кто доказал – он лучше всех. Число самых сильных команд международных соревнований, которые прошли на Барнаульском грибном канале в эти выходные, вошли сборная Мьянмы, Камбоджи и Вьетнама. Но фестиваль запомнится не только захватывающими водными состязаниями. Его украсили фееричные шоу, костюмированные действия, не обошлось и без переворотов лодок. О самых интересных моментах регаты, которая собрала свыше 500 спортсменов и 20 тысяч зрителей, расскажет Данил Кузнецов. Нельзя пройти по внутренней, проходить внутри буйков. Вот переворот, друзья, прямо на ваших глазах. Жарко было в Барнауле даже на воде. И речь не столько о температуре, сколько о накале страстей во время борьбы между участниками соревнований «Алтайская регата» «Фестиваль драконов». На эти международные старты съехались сильнейшие команды из России, Узбекистана, Вьетнама, Малайзии, Мьянмы, Камбоджи, Индонезии, Филиппин и Индии. Всего свыше 500 спортсменов. Вообще, мы впервые в России. Наша команда счастлива быть здесь. Мы очень рады сегодня, потому что отличная погода и организация соревнований. И вообще все очень классно. Спасибо, что пригласили нас. Выложимся на максимум, чтобы сегодня победить. Соревновались участники на дистанциях 200, 500 и 2000 метров. Сильнейшими на отрезках зачастую становились гости из Азии – Вьетнам, Мьянма и Камбоджа. Однако мероприятие не зря носит фестивальный характер. Одной греблей не ограничились. Например, был целый карнавал сапсерферов, на котором люди перевоплощались и в египтян, и в папуасов, и в пиратов. И это лишь малая часть развлечений. Пляжный волейбол и пляжный футбол, и гонка драконов, и выступления разные, вот, и там, семейная рыбалка была. Сегодня у нас была спартакиада госслужащих по рыболовному спорту. То есть так совместили, очень интересное мероприятие получилось. Грибной канал планирует все больше оснащать не только для спортсменов, но и для простых людей. К примеру, есть планы по рыбакам и пляжной зоне. Последнее как никогда актуально. Мое мнение, опять лично мое, пляж здесь будет. Ну, вот сегодня его нет, но он будет. Это же вопрос, ну, бюрократических моментов, еще каких-то юридических и так далее. Процессы идут, но мне кажется, это лучшее место. Тем более остановка, есть остановка электричек здесь. Она уже на летний сезон, уже три электрички утром останавливаются и три вечером останавливаются. Что касается соревновательной части, то «Алтайскую регату» организаторы намерены развивать как бренд международного уровня. Сейчас, к примеру, рассматривается идея устроить старты на сапах и надувных лодках. Данил Кузнецов, «День с толком». Самая масштабная часть фестиваля имени Роберта Рождественского, поэта и автора песен, состоялась на его родине в селе Косиха. Яр любви называют своеобразным местом силы. Именно здесь фестиваль зародился как народный праздник, а сегодня он собирает уже тысячи людей со всей России и даже стран СНГ. Подробности в сюжете. Посев и жатва, праздник урожая, густое виноградное вино. И люди стонут птицам, подражая, и звезды льются в синее окно. На главной сцене артисты и поэты из Москвы и других городов России и стран бывшего Советского Союза. Народный фестиваль Роберта Рождественского растет и расширяется. Сегодня послушать стихи и песни его авторства приезжают из самых разных уголков мира. Масштаб фестиваля растет от года к году, отмечают представители группы ВТБ, постоянные партнеры праздника.
Я думаю, это уже такой не региональный, это даже не общероссийский, а мы видим, что в гостях есть, так сказать, и гости из СНГ. Поэтому это такой как бы более уже широкий такой праздник. Это не только вот природа, не только лес, не только реки, не только горы. Так сказать, в принципе, это вот та самая душевная сила, которой ты здесь заряжаешься, и которой потом как бы живешь до следующего года. И тебя снова тянет сюда, ты приезжаешь, и это здесь какое место силы. Здесь стекаются, конечно, и литература, и профессиональное искусство, и добавляется музейный компонент мемориального музея Рождественского. Здесь сегодня тоже открылась новая выставка. И, конечно, вот эта народная волна, народные гуляния. А справедливости ради стоит сказать, что в свое время, а это был 2007 год, рождественские тогда еще чтения зарождались все-таки как народный праздник. Я не знал тот факт, что мои любимые «Неуловимые мстители» звучат сопровождение стихов Роберта Рождественского и песни на его стихи как раз в этом фильме. И мы эти песни поем, а я даже не отдавал себе отчета, кто автор. Так оставьте ненужные споры, я себе уже все доказал. Лучше корму будут только горы, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Фестиваль в Косихе манит и звезд академического вокала. Владислав Косарев днем ранее выступал на сцене Барнаульской филармонии. Он поделился своим открытием. Певец нашел песню на стихи Рождественского и музыку Муслима Магомаева. Даже сейчас есть на Ютубе, можно найти эту песню в исполнении Муслима Магомедовича. Она слушается очень современно, драйвово. Это такой хороший, стильный рок-н-ролл. Я представляю, что это было в то время. И тем не менее ему разрешили это петь в приснившейся песенке столько... Ну, какое-то, знаете, вот такого жизнелюбия, какого-то такого безудержной энергии. Я чувствую, что они когда, что один написал стихи, потом другую музыку, они, конечно, друг другу много чего наговорили хорошего. Вместе с растущей популярностью фестиваль не теряет первоначального народного колорита. Шукшин у нас, Золотухин, Евдокимов, Рождественский. Посмотрите, сколько Панкратов у нас много. Черный. Панкратов Черный. Все вот это с нашего... Это еще артистка-то это кто? Все с нашего... Этого, Алтайского края, да. Мы очень даже, вот очень даже рады, что наш Алтайский край ни в чем не отстает от других. Это наследие существует здесь у нас, вот на расстоянии буквально там 30-40 минут езды от города, и было бы таким культурным преступлением не посещать такие мероприятия. Человеку надо мало, после грома тишину, голубой клочок тумана, жизнь одну, смерть одну. Я читала много-много стихов из цикла «Алешкины мысли» и заметила то, что Рождественский прям насквозь прочувствовала ребенка, прямо как будто он сам был ребенком, как будто он сам ребенком написал эти стихи. Фестиваль творчества Роберта Рождественского в этот раз продолжался 4 дня. Мероприятия, помимо Косихи, прошли в Барнауле, Алейске, Новоалтайске и Тальменке. Организаторы уверены, что и в следующем году полюбившийся гостям праздник пройдет с размахом. А в том, что интерес к творчеству поэта не угаснет и через века, нет никаких сомнений. Дарья Ерошина, Владислав Ковалев. День с толком. И на этом у меня все новости. Я напоминаю, что для вас работает телефон нашей редакции 205-545 через несколько секунд о погоде и до встречи в эфире.